Всем привет, друзья! Это канал Масалим. В работе у нас Хавел H2. Автомобиль приехал на жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Такой у нас ковер получился. Наносим мы его с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также данный компонент служит как защита металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это немного все подсохнет. Ну а пока ждем, мы клеим в подарок штатные подкрылки таким вот шумопоглотителем. Видите, он двухкомпонентный, как и вибро, так и шума. Толщина его 4 мм. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере наших колокольчиков. Видите, с правой стороны голый колокольчик. Так звенит. Слева обработанный. Сами слышите, какая разница. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!